Это уже четвертая олимпиада по робототехнике такого уровня, проходящая у нас в республике. И по сути она является своеобразным отборочным туром, победители которого продемонстрируют чудеса техники уже на всероссийском соревновании в Москве в феврале следующего года. Побороться за этот шанс сегодня собрались команды со всех районов Бурятии и города Улан-Удэ. Всего 85 участников, причем самый маленький из них недавно пошел в первый класс. Я, в общем-то, недавно пришел на лего-конструирование, так что это мой второй робот под названием «Пятиминутка». У него есть микрокомпьютер и два датчика. Датчик касания и датчик расстояния. Когда он заметит препятствие, он отойдет от него. Огибание препятствий – не единственная категория, по которой оценивали модели. В программе соревнований были такие дисциплины, как кегель-ринг, робота-сумо, лабиринт и многое другое. Возможности роботов, сделанных руками школьников, поражали воображение. Он только передвигает какие-то предметы и убирается. Данный робот может так передвигаться, как и поднимать разнообразные предметы, вещи, даже банки. Рев крошечных моторчиков и скрежет пластмассы. Борьба совсем не шуточная. И только лучшие школьники войдут в состав сборной Бурятии. Да и цель соревнований далеко не развлекательная. Главное – воспитать из маленьких изобретателей специалистов в сфере высоких технологий. Все, у кого есть желание конструировать, собирать, моделировать, программировать и делать своих роботов, могут приходить в Малую Академию Наук. Ну и другие учреждения, где есть робототехника. А также заниматься можно купить дома и заниматься дома и выступать наравне со всеми на таких же соревнованиях. Руслан Батуев, Виктор Еланцев. Новости дня.